который у меня в руках, называется «Шум моря». Он самодельный. В нем всего лишь перекатываются шарики. Но как похоже. Не хватает только криков чаек. Но сегодня, я думаю, мы все это организуем. Ведь этот день особенный. Ровно 2 года назад в телепроекте «Надежда на чудо» появилась новая рубрика «Гость отделения». И первым ее участником стал музыкант и психолог Антон Черепанов. Тогда он только начинал авторское направление под названием «Музыкальная терапия». Мелодии и ритмы лечат, это известно давно. Музыка воздействует на организм как расслабляющее средство, облегчает боль и дарит положительные эмоции. И слыша эту музыку сфер, вы отправляетесь в путешествие по Вселенной. За 2 года проект «Надежда на чудо» вырос и окреп. Сюда, в отделение онкогематологии, приходили с мастер-классами и подарками скульпторы и художники, клоуны и артисты. Ширился круг друзей проекта. Вот и наш первый гость вновь вернулся к детям, но уже не один. Он собрал оркестр единомышленников. Слушайте, подходить, чтобы познакомиться поближе с инструментами. Давайте, подходите сюда. Поначалу малыши робко осваиваются и пробуют звуки. Меньше чем за час им предстоит спеться в единый дружный коллектив и сыграть не одну настоящую мелодию. На мои сомнения, можно ли так быстро научить детей музыке, Антон говорит, еще как. Творческие способности живут в каждом из нас, но замирают ко взрослой жизни. Ребятишкам нужно лишь преодолеть смущение, и тогда из них получатся отличные аккомпаниаторы. А пока внутренне раскрыться помогают простые упражнения. Сейчас мы с вами сыграем в музыкальную искру. Звук будет передаваться по кругу от одного к другому. Будьте очень внимательны и слушайте звук всех-всех инструментов. Несколько минут нехитрых заданий, и ребятишки уже не боятся играть и потанцовывать. Настроение общей доброй песни подхватывают и мамы, и бабушки. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. После активных игр нужно обязательно отдохнуть и закрепить приятные впечатления. Все малыши получают возможность изобразить свое настроение. Конечно, на этом занятии и рисуют они под музыку, приятную и расслабляющую. Оказалось, рецепт детского счастья прост. Это лето, солнце, семья и обязательно улыбки. А на этом рисунке даже медсестра бросила делать уколы и пошла гулять по зеленому лесу. Удалось ли первое занятие музыкального оркестра? Конечно, да. И было бы замечательно закрепить новое увлечение. Вот Ира, к примеру, говорит, что твердо решила осваивать игру на гитаре. Сегодня она улыбается чаще, чем когда-либо, так же, как и гости отделения. Оказалось, что дарить тепло и заботу детям невероятно приятно. Я просто зарядилась от этих детей такой энергией. Я вспомнила, знаете, детство, вспомнила, когда мы рисовали, когда мы пели. Мы вообще с Антоном организовали этот проект. Как бы дарить тепло, дарить свою любовь разным деткам из больницы, из интерната. Это было настолько потрясающе, и мы будем это делать и продолжать. Я написал вдохновляющий пост, собралось целых 20 ребят, мы в большом оркестре уже начали наши репетиции. И сегодня это радостное очень событие для всех, для нас. Это первый концерт, который мы сыграли вот в таком новом составе для меня. Это большая радость. Спасибо вам. Спасибо всем, кто хотя бы раз поддержал ребятишек с тяжелыми заболеваниями. И спасибо всем, кто не устает делать добро и дарить улыбки детям. Помочь приобрести игрушки для отделения онкогематологии, а также исполнить мечты маленьких пациентов можете и вы. Для этого нужно просто отправить смс со словом «Надежда» на короткий номер 7878. Тогда с вашего счета спишется 50 рублей. Вы можете поделиться и большей суммой, опустив ее в копилку с логотипом благотворительного фонда «Мать и дитя». Они установлены во всех магазинах «Новакс». Давайте вместе сделаем мир добрее и радостнее.